Студенты землячества Армении представили зрителям интересную и красочную программу. Постарались передать публике все великолепие культуры своей страны. Студенты приготовили достаточно большое количество фотографий. Выставка этно-армянских вещей и выставка живописи. Студенты рисовали, готовились. Кроме того, сегодня были и танцы, и музыка, и песни. Наш замечательный гость из Воронежского университета Давид представил несколько композиций. Студенты спели песни на армянском языке, прочитали стихи, исполнили национальные танцы, сыграли на фортепиано. Гости поучаствовали в танцевальных конкурсах. В завершении вечера студенты предложили гостям посмотреть фотовыставку.